Всем привет, дорогие друзья, с вами Швилля, и мы играем в Star Wars, по-моему, дроиды называется. Это не простой Star Wars, я помню, самый первый мой обзор на телефоне был Star Wars, но там другая вообще была. Здесь я так помню, как визуальный, инди-игрушка, о, инди. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, что у нас дальше? Катись. Создать прямую линию из четырех схем, чтобы создать энергетический импульс. Давай посмотрим. Окей. Используй энергетический импульс в комбинации, чтобы выбрать поле боя или столбца или что-то еще. А, отлично. Из схем 5 комбинаций в форме Т или Г. Чтобы создать электрошокер. Используй электрошокер в комбинации, чтобы убрать с поля ближайшие 8. Фук. А, кто это такой? Отлично. Так, подожди, он просто получается бегает. Вот твоя цель. Соберу указанное количество схем, чтобы пройти уровень. А, ну все лишь. Так. Так. Ну, это простая, что ли? Целый столбец его. Все, достигли цели. Я думаю, может быть, хотя бы убивать что-то будем или что-то делать. А здесь, считай, ничего, кроме каких столбцов и какой-то фигни. Так вот, наш парень выглядит сумбурно. Играть? Давай, бро. Собрать 5. Блять. Квадрат и схема. И схемы что получим? Они вспоминают, чтобы убрать одну схему или помеху приблизительно. А, вон как. Непонятно. А, вот эти нужно сделать так, чтобы они совместились. Во, вот этот раз. Да, вот, вот он как. Понятно все. О. Чуш-чуш. Вот нужные нам помехи собрали. Все, ГГ. Все, до сих пор даже тут что-то делается. Уровень пройден. Все схемы собраны, бро. Спасибо, бро. 33 тысячи получить. Да, совмещать все, получить какую-то херню. Нифига себе. Зато схема, как бы, карта 3D-шная какая-то. Ну, от этого, как бы, нужно конец. Следующий уровень. Нужно спасти принцессу. Спасти принцессу, чтобы, не знаю... Переключать между квадратиком и треугольником. Составить прямую линию из 5 схем. Ну это да, это стандартно. Используй время в комбинации, чтобы брать поле будет те же цвета. Вох как. Все. Такая бамбыриком. 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 Е, бамбыриком. Ты 5 минус 3. Так вот. Все схемы пройдены. Так, у нас получается, ага, у нас все сделано. Схема пройдена, уровень получен, деньги собраны. Все сделано. Бля, иногда даже зависаю, нафига себе. Ребят, ну что, надо помп себе по голове, боже мой. Давай, сука, просыпайся. Так, что у нас такое, так. Помещай местами, чтобы вместо этого получить 5 таких. Ух ты. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Ух ты. Все. Пройден уровень. Собрать 80, это тоже так. Вон они, комбинации. Ну это стандартная комбинация, блин. Так ничего нового, кстати, не получила. Никакой новой информации. Ходы за туз 23. Определен количество ходов. Так, у нас так получается. Ага. Минус 5. О, успел. Даже иногда даже не успеваешь, в принципе. Сделал сход. Сразу бьешь. Ух ты.
Бьешь по колени, пьешь по колени. Так, окей, мы это сделали. Бэм. Пш. Уху. Все совмещай, играешь. 16 ходов осталось всего лишь. Так, надо быстро где-то совместить, чтобы все получилось. Но она не более красочная, если честно. Есть и более красочные инди-игрушки, если честно. Это так, как совмещай, делай, попадай. Что ты там совмещай? Осталось 8 мне. Ух ты. Давай, бабам! Все у нас практически... Мне кажется, сейчас собрано будет. Да, у нас собрано. Все, давай, стреляйся, вались, убивай. Все схемы пройдены. Держу, чтобы ускорить. Ну, хотя бы ускорить. Ладно, ребят, в принципе, это простая инди-игрушка. Если вам понравилось, оставлю ссылку в описании. На этом все. С вами был Шевиля. До новых встреч. Пока.